эту повесть, я расскажу вам в том виде, в каком я слышал ее от одного человека, слышавшего ее от своего отца, который слышал ее от своего отца, а тот от своего, ну и так дальше. Возможно, что это исторический факт, но, возможно, предание, легенда. Возможно, что в старое время в эту историю верили мудрецы и ученые. Но возможно и то, что только простые, неученые люди верили в нее и любили ее. Марк Твен. Тут король нищих Том Кенти Первый. Вот тут мое королевство. Тут мой дворец. Тут же Вестминстерское аббатство, где короли коронуются и восходят на престол. Тут мои подданные. Да здравствует король нищих Том Кенти Первый! Да здравствует король нищих Том Кенти Первый! Ну что ж, ничего не могу для них сделать. Читаю королевский указ. Лорда Кента, лорда Норфолька, королеву-мать с двумя дочерьми казнить посредством отделения их голов от их туловища. А вот и они. Глава лорда Норфолька, глава герцога Глостера и королева-мать с двумя дочерьми. Не плачьте, девочки, сестреночки. К сожалению, ничего не могу для вас сделать. Королевское слово – закон. Милейший герцог, мне необходимо срочно повидать принца. Сэр, никому не дано право входить в покои принца во время его занятий. Это приказ короля. Между прочим, сэр Герфорд – дядя принца. Что-что? Дядя! Здравствуйте, королевские гвардейцы. Гвардейцы, дети мои, вы мои руки, я ваша голова. Если вы завоюете мне славу, вашу завоюет весь мир. Здравствуйте, королевские гвардейцы. Гвардейцы, дети мои, вы мои руки, я ваша голова. Если вы завоюете мне славу, ваш король завоюет весь мир. Значит так. Первый корпус генерала Бредерика я высажу в Венеции. Артиллерию к бою готовь. Пушки вперед! Огонь! О, король, пощадите нас, чем мы, бедные венецианцы, провинились перед вами. Напротив, я к вам прекрасно отношусь. Напротив, я к вам прекрасно отношусь. Принц,
Милейший принц. В чем дело, лорд Сент-Джон? Король требует большую государственную печать. Однако это не дает вам права врываться ко мне без стука. Но король требует. Ах, король. Лорд Сент-Джон, выйдите, постучите и доложите, как докладывают принцу, лорд Сент-Джон. Осторожно, принц. Король почувствовал себя сегодня значительно лучше, а если, не дай бог, ваш папа умрет, то... Командуйте лучше вашими чучелами, принц. А мы уж как-нибудь сами справимся со страной. Я ненавижу эту рожу. Я не понимаю, почему отец души не чает в этом грубом осле. Гвардейцы короля, вы теперь моя единственная опора. К черту Испанию! Домой, гвардейцы! Дома не все в порядке. А как быть с лордом Норфольком? Тауэр. А епископ Кентерберийский? Тауэр. А лорд Кент? Тауэр. Тауэр. В Тауэр. И лорд Сент-Джон. Тауэр, немедленно. Нельзя. Большие неприятности будут. Кто там? Ваше высочество, это я, ваша сестра. Ваша сестра, принцесса Елизавета. В чем дело, сестра? Гэмфри, выйдите. Выйди. Принц, королю только что приходил лорд Сент-Джон и просил его милости назначить его маршалом королевских гвардейцев. Да? А что ответил король? А король согласился и послал его за государственной печатью. Так вот, зачем этот негодяй приходил за печатью. Они хотят лишить меня последней опоры. Но от меня он печати не получит. А без нее ни один приказ не действителен. Спасибо, сестра, вы можете идти. Ваш брат хочет остаться один. Ваше высочество. Ваше высочество. А что, если нам назначить маршалом сэра этого... Вильяма? Какого сэра Вильяма? Церемонимейстера. Это того, который из королевских свинопасов. Угу. Ну и что? А зато он такой... Какой? Хороший. Принцесса, маршала королевских гвардейцев, я выберу себе сам. Поскольку от этого зависит мое благополучие. Да? Что да? Я уже дала ему слово, а королевское слово нерушим. Ну хорошо, передайте сэру Вильяму, что я хочу познакомиться с ним поближе. И проэкзаменовать его в военном деле. Спасибо, принц. Это прекрасно придумал Гэмфри. И главное, очень вовремя. Ваше высочество, у меня к вам тоже одна маленькая просьба. Да что вы сегодня сговорились все, что ли? Ну давай скорей. Ваше высочество, вы скоро станете королем, а бедного мальчика для порки выгонят из дворца. Ну и правильно. Я прошу вас, ваше высочество,
Оставьте меня при дворе. В любой должности. Мне надо семью кормить. Мать, сестренку. Это уже слишком. Ты пойми, мне сейчас некогда думать о твоей семье, матери. Оставь меня в покое. Оставьте меня все в покое. Вон! Король должен иметь доброе сердце. Не так ли, милорды? Не согласны? Тогда повесить. Всех! Всех! Повесить! Всех! Всех! Сленивый скотина! Родной отец умирает от жажды! Он с утра во рту ни капли не держал! Он забыл, как пахнут бренди! Забыл! Забыл! Проклятая скотина, немедленно беги в лавку, укради! Укради, убей лавочника, но достань мне бренди, бутылку бренди, ну! Или я спущу тебе шкуру и продам ее королевскому барабанщику. Как дрожат у меня руки, собака, принеси мне бренди! Эта шкура слишком маленькая для королевского барабана. Что ты так думаешь? А вот ваша вполне подойдет. Я покупаю ее. Держите фартинг. Фартинг? Фартинг. Мальчики! Фартинг! Сэр, подайте несчастному, проливавший кровь за короля в проливе Па-де-Кале. Не верю. Сэр, подайте несчастному, проливавший кровь за короля в проливе Па-де-Кале. Безнадежно, безнадежно. Пахнет. Пахнет. Чем? Фартинг. Деньги не пахнут. Пахнет. Тебя как зовут? Том. Том Кенти. А вас, сэр? Гэмфри. Спасибо тебе, Гэмфри. Если б не ты, отец бы вправду с меня шкуру содрал. Он таких обещаний на ветер не бросает. Да, суровый он у тебя. Сэр. О, какие забавные. Здравствуйте. Здравствуйте. Мальчик, это правда говорят, что у вас водятся лишние фартинги? Нет. Ах, водятся. Подайте несчастному коллеге, который отдал свою жизнь за нашего короля в проливе Па-де-Кале. Мне очень жаль вас, почтенные джентльмены, но на последний фартинг я купил себе шкурку. Шкурку? Да, которая убежала от меня в кабак. Жалеешь калеки. Такому калеке, который отдал свою жизнь за нашего короля в проливе Па-де-Кале. Несчастному калеке. Жалеешь, да? Я вижу, вы из тех людей, которые за себя ничего не могут сделать. Они даже погибают за кого-то. Но утешьтесь, сэр. Я уже дал фартинг вашему джентльмену. И, наверное, он пьет в ближайшем кабаке. Вы пьет. Остряк! Остряк какой! Да, ну вот остряк не знает, что делают с ними, с такими остряками. А что же делают в нашем тупичке с такими остряками? Ну, язык вырываем. Да. Уши обрезаем. Не подсказывай. Ладно, сам знаю. Глаза выжигаем. Вообще я ничего не знаю.
Я сэр Остряк, а вы дурак. И видно, мой язык сильнее, чем ваш кулак. Молчи! Ой, горожане! Ой, горожане, как обидели несчастного коляку! Ой! Он же отдал жизнь! За нашего короля! Варди, брат! Уга! Я тороплюсь. Но мы с тобой увидимся. Правда? Ты никуда не уходишь. Так еще отсюда никто не уходил. А ну-ка беги, Гэмфри. Вот туда. Быстро, я тебе занесу, фартинг. Не надо, прощай. Скорей. Занесу во дворец. Гуго! А где же другой мальчик? Убежал? Значит, ты один нам объяснишь, нам, горожанам, где гвардейцы? Ну, давай, гнида. Ничего, а? Погоди, не кусаться нечестно. Растон тебя! И ты укуси! Укуси! Их козлу! Тони! Смотри, фальшивые! И вот, вот остается! И вот остается! Пан отсюда! А то я позову гвардейцев ван! Ладно, ладно, раскудахталась тут королева-мать. Возьми свое сопливое высочество и скажи ему, что если он еще раз мешается в дела Гуго, то мы ему уши-то причешем. Негодяй! Да Гуго больше, чем колонн! Вон отсюда! Гвардейцы! Вон! Значит, они не вовремя. Не договорил. Запомни, Гуго больше, чем король. Зачем ты с ними связываешься? Ну, успокойся, ма. Не лезь ты к ним, пусть они идут своей дорогой. Скорее на виселицу придут, идем домой. Скоро отец придет, деньги надо отдать. Мы уже дали. Кто? Кто дал? Один джентльмен. Опять джентльмен? Да, джентльмен. Ты сегодня достал хоть что-нибудь? Хм. Он мне фартинг дал. Фартинг? Ты ему должен его отдать. Ну, может быть, не сегодня отдать. Может, вообще не надо отдавать. Ну, что ты говоришь, ма? Ну, это же целый фартинг, Томми. Да, целый, но это же джентльмен. Да-да-да, джентльмены, короли. Ах, деньги, деньги, деньги. Фартинг, это тоже не деньги, держи. Даже не к тому, ма. Томми. Ты перебери. Ну ладно. Все равно у нас скоро будет много денег. Я куплю тебе платье. И бусы. Томми, Томми, у нас когда-нибудь будет очень много денег. Я скоро, ма. Здесь пришел ночной пароль. Смена караула, его величество короля. Пароль. Дуб и желудь. Ритуал два. Ритуал три. И марш. Дуб и желудь. Ну, удивится Гэм, когда увидит меня во дворце. А ну, открывайте ворота, ведра дырявые. Пароль. Дуб и желудь. Проходи.
Ты кто такой? Я кто такой? Кто я такой, кто я такой? Кто мы такие? Ты-то кто такой? Ого, ничего себе начало разговора. Ты знаешь, что этой шпагой могу тебя проткнуть? Вот этой железякой. Так я же можешь проткнуть любой, ты голыми руками попробуй. Как это голыми руками? Как это, вот так это! Ты что, с ума сошел? Вернись, тебе принц приказывает! Кто? Принц? Ухо даешь? Что? Что ж ты, ухо даешь? Зачем тебе мое ухо? Да больно мне нужно твое ухо. Просто у нас так говорят. Где это так говорят? Во дворе объедков. А таких дворов не бывает. Много ты знаешь, не бывает. Слушай, а кто ты все-таки такой, а? Я ж тебе сказал, принц. Слушай, ты. Принц, ты у нас во дворе не бывал? Уж не племянник ли ты тетушки Пегги? Какой тетушки Пегги? С мусорного двора. Слушай, ты, оборванец, я простил тебе, что ты называешь меня на «ты». Что ты ворвался как разбойник, но этого простить тебе не могу, защищайся! Прости, я же не знал, что у вас во дворце все такие ненормальные. Защищайся. Тьф. Чем? Бери шпагу. А ты ничего умеешь драться. У кого учился? У Гуга. Гуга это кто? Гуга не знаешь. Да ты лучший фехтовальщик в нашем квартале. Он тебе жил бы. Мне? Да я учился у капитана мужчины. Он бы и твоему капитану. Вот. Ты что? Куртку испортил. Что ты вообще? Что ты дергаешься все время? Живешь как в тюрьме. Не твое дело, на. Обойдемся. Ух ты. Рожа-то какая черная. Дворец от трубы не чистит. А где я? А? Даже зеркало не разберет, кто из нас принц. Не заносись, голубчик. Ты это ты, а я это я. Понял? Пожалуйста, и ты не заносись, голубчик. Я у тебя побывал во дворце. А ты ко мне никогда не попадешь. Переодевайся! Давай свою рвань. Рвань. Знаешь, что бывает за такие слова в нашем тупичке?
Узнаю. Ты главное сиди и никого не пускай, то солнце в шею гони. Отвернись. Ваше Величество, до вечера. Если кто к тебе пристанет, спуску не давай, не будь размазнёй. И смотри там недолго! И ты спуску не давай! Ведь ты почти король! Так это случилось или как-нибудь иначе, сейчас трудно сказать. Те, кто это подлинно знали, давно умерли. И давно умерли те, кто знали это понаслышке. Но только... Принц ненадолго отправился туда, где он давно мечтал побывать, в свой старый, добрый и преданный ему Лондон. А на троне Англии остался нищий оборвыш по имени Том Кенти. А потом история так запуталась и перепуталась, что и видавшие виды люди, и те всплеснули руками от удивления. Его Величество, король Англии, умер. Теперь вы король Англии. Король умер. Да здравствует король. Он уже 2 часа в беспамятстве. Мы не двигаемся с места, это бесчеловечно. Ну, сходите кто-нибудь за доктором, джентльмены. Сходите кто-нибудь за доктором! Ничего, мы подождем. Принц был мальчик здоровый. Это зверство, я протестую. Я, в конце концов, его дядя. А он мой племянник. И я его очень люблю. Это всякий скажет. Лорд, об этом всем вы расскажете в парламенте. А он поймет и оценит вашу преданную любовь. Все! Парламент встает во главе свободной страны! Срочно найдите государственную печать. Да быстрее, быстрее. Нет. Может быть, вы поищете и здесь дядя? Свинья! Ублюдок! Уйдите! Ну! Уйдите!
шею! Уйдите! Ну и улип. Надо сматываться, надо... Не робей, Вильям, не робей. Ну ты говори громче, глазами вращай, как наш бывший маршал. Ай, как жалко, что у тебя усов нет. Ты бы с усами был гораздо представительней. Пообещай королю, что ты их вырастешь. Ну, Вильям... Что такое? Что такое? Не могу. Я же... Что-то ничего не понимаю. В военной науке не смысл ни черта. Вильям, ну разве есть такая наука людей убивать? Не могу. Мы слишком залетаем. Ваше Величество, вы живы. Куда кому же? Нельзя, я голый. Ваше Величество, ну что же вы меня стесняетесь? Ну помните, когда вы были маленькие, я вас в ванночке купала? Ну помните, а вы не забыли то, что вы мне обещали? Ну конечно, не забыли. Вы же обещали мне, ну? А что я обещал? Ну, вы обещали поговорить с сэром Вильямом, проэкзаменовать его в военном деле. Ну, вспомните. Ну, сейчас я его позову. Я уверена, что он вам понравится, потому что, вы знаете, он такой... Какой? Такой, очень скромный. Ну, Вильям. Ну, не могу! Ну, Вильям! Иди же ты, господи. Сэр, я ей богу не виноват. Сейчас придет король и все расскажет. Угу. А хотите, арестуйте. Ну как же ты можешь арестовать короля? Не могу. Угу. Чего не можете? Арестовать. Арестовать не могу. А вот что? Про усы. Может, насчет усов сомневаетесь? Угу. Насчет чего? Насчет усов. Не извольте сомневаться. Прикажете, и будут. Приказываю. Пожалуйста. Считайте до трех. Раз. Так. Два. Так. Три. Оп! Сэр, ты ваш фокусник! Не обижайте, Ваше Величество. Для короля так это уже не фокус, а, так сказать, уважение, понимаете? Сэр, а вы нос вот такой можете вырастить? Нос. Нос. Вот такой длинный. Вот такой? Ага. Можем. Из уважения могу. Ага. Раз. Пожалуйста. Два. Три. Оп! Да. Ну что вы, сэр? Понимаете, ведь волос, он ведь растет естественно. А носы наоборот, он еще костенеет. Значит, не можете? Почему не могу? Ой. Если нужно, если это необходимо... Необходимо. Ну что ж, нос так нос. Надо только время. Хорошо. Идите, а без носа не возвращайтесь. Нет. Нет. Вот такой. Да. Ритуал! Раз! Кто тут пришел? Ночной пароль. Смена караула Его Величества Короля. Пароль. Дуб и желудь. Ритуал! Два! Ритуал три, раз, два, и марш! Ваше Величество. Меня нету. Ваше Величество. Нету меня. Гэмф! Я, Ваше Величество. Гэмф. Я.
Вот я сейчас тебя четвертую, колесую, сожгу и повешу. А хочешь, гофмаршалом сделаю? За что это, Ваше Величество? Слушай, Ганка, чем валять дурака? Здорово! Здравствуйте. Ты куда? Послушай, Гэм, вспоминай. Я Том. Том Кенти. Со двора объедков. Я бежал за тобой. Я взял у тебя фартинг. Спасибо. Ты Том со двора объедков? Том, Том. Ты вот посмотри, что из этого вышло. Том! Том! А ты думал, принц? Держись! Теперь моим показом! Ку-ку! Как ты там себя чувствуешь? Кукушечка! Дай мне немедленно слезть, негодяй! Нет. Дошутим до конца. Прокукуй там три раза. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Тогда я тебе разрешу слезть. Неплохо придумано, а? Последний раз прошу позвать кого-нибудь из придворных. Ну что ты за человек? Ну прокукуй. Что тебе стоит, а? Вместе потом посмеемся. Считай, что ты уже повешен. Бедный мальчик. Когда человек глупый и юмора не понимает, это, он, значит, или сумасшедший, или... Немедленно выполняй приказ, негодяй! Ребята, покараульте эту птичку. Я сейчас приду. Таракан, расскажи-ка, зачем ты тащился через весь город? Я хотел напиться сегодня и стать свободным. Для этого надо было тащиться через весь город, старый паршивый. Не перебивай, да говори до конца. Может, ты оценишь тогда промытый спиртом светлый разум старого Джона. Ты видишь это? Что? Что это за ящик? Откуда я знаю? А что тут написано? Откуда я знаю? Тут написано «Для доносов». Я сегодня слышал, как один лавочник говорил другому, что на площади королевской, ну, повесили ящик для доносов. Это очень нужный для нас ящик. За каждый донос платят фартинги. Вот, 2 ДД, 2 фартинга, 2 штопа бренди. Я не знаю, что я с тобой сделаю. Ах ты, старый паршивый, недодавленный таракан. Я ведь знаю всех твоих друзей. Они все порядочные люди, все джентльмены. Как же ты мог написать на них ДД? Как ты смеешь говорить обо мне так, Гуго? Как тебе не стыдно думать обо мне так? Разве могу продать своих друзей за 1 фартинг? Я написал донос на жену и дочку. Эх ты, старый огурец! Как же ты мог подумать такое, что я тебе мог подумать такое? Тихо! Вон он!
Я уже 3 часа сижу на этой дурацкой крыше, а во дворце об этом никто не знает. Тебя сегодня выпарят и выгонят из дворца, Гэмфри. Парень, ты меня с кем-то спутал. Ты что, Гэмфри, с ума сошел? За такие шутки можно лишиться головы. Слушай, парень, мне с тобой некогда разговаривать. Гэмфри! Я же сказал, я тороплюсь. У нас во дворце печальные новости. Король Англии умер. Дела? Как? Дела? Так. Гэмфри! Кукушечка! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Не сердись! Шутник я! Иди! Набирайся юмора! Ку-ку! Ребята! Один король умер, второй еще не приступил. В караулку! Пошли спать. Вон он стоит у ворот. Во дворец собрался. Он все слышал. Дай ему по голове, чтобы он все перезабыл. Томми! 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 Том! Тихо. Помогите! Помогите! Ну, помоги ему там! Держитесь! Держитесь! Ван Скендер спешит вам на помощь! Еще один фартинг. Ну-ка. Держитесь, прошу вас! Вы не знаете, кто кричал? Кому-то нужна помощь. Мне. Вам? Да. Подайте несчастному калеке, который погибал за нашего короля в проливе под Экале. Что? Вы погибали за короля? Еще как. И что получили взамен? Голод, бесправие, нищету. Не так ли? Так. Друзья мои, нас истязают и угнетают. Нельзя же допускать, чтобы так было всегда. Дай фартинг. Вот мальчик. Мальчик. Где мальчик? Вот здесь лежит мальчик. Ох, смотри, мальчик. Держу пари, что он жестоко избит. Но, друзья мои, это далеко не лучший и во всяком случае не единственный метод воспитания. И больше того, я бы никогда не осмелился отнести к области воспитания то состояние, находясь в котором мальчик вынужден звать на помощь. Фартинг-то отдай. Простите. Вы только представьте себе ситуацию. Бедный мальчик, избитый злодеями, вынужден кричать. Мальчик кричит. Какой мальчик? То есть как мальчик кричит? Мальчик кричал. Но вы же сказали, что помощь нужна вам. И мне нужна. Как вам не стыдно? Чего? Друзья мои, если мы будем обманывать друг друга, пусть это делает король. Я вам такое расскажу о нем. Пахнет. Не надо. На, возьми свой фартинг. Обратно. Не надо. Но, друзья мои, вы меня не так поняли. Вот так всегда. Мальчик мой. Прости меня, мой мальчик. Ничего, потерпи, мальчик мой, тебе станет лучше. Где? Видишь, тебе уже лучше. Где дворец? Дворец? Какой дворец? Мне нужно во дворец. Ну, идем, я тоже ищу дворец, я должен убить короля. Надеюсь, это между нами, мальчик. Король умер. Мальчик, не надо смеяться надо мной. Я не смеюсь. Успокойся. Как? На самом деле умер?
Да, да, да! Мальчик мой! Умер! Умер. Не от моей руки. Ты успокойся, мой мальчик. У него есть сын. Он станет королем, и, стал быть, я убью этого змееныша. Ну, ничего. С сегодняшнего дня я король Англии. Ты? Но взрослых обманывать нельзя, мой мальчик. Я никогда не обманываю. Если хотите, можете убить меня. Это звучит убедительно. Но ты никогда не обманываешь, я тоже никогда не обманываю. Так не бывает. Один из нас, видимо, нездоров. Ты болен. Не называйте меня на «ты». Уберите. Прости. Я король. Мальчик, совсем плохо. Ты куда? Простите, вы куда, ваше величество? Мне нужно во дворец. Осторожнее. Томми! Томми! Мама, иди, он здесь! О, тебе сейчас будет. Где ты шляешься, лодырь несчастный? Ночь, темнота, мать тебя ищет. Марш домой, король сопливый, марш! Блять, короля в тюрьму ее! Ты что? Рехнулся, Томми, иди домой. Прошу вас, миссис, простите. Как я понимаю, вы мать этого мальчика? Да. Очень приятно, Майлз Гэндон. Не трогайте мальчика. Видимо, он переутомился. Кстати, что с ним? Да он у нас король. Бедный мальчик. Ну, вы знаете, я сразу догадался. Ваше Величество, вам пора отдохнуть. Томми, идем домой спать, идем, сынок. Правда, идемте, бай-бай, Ваше Величество. Бай-бай. Давай руку, идем, сынок. Идемте. Бет, идем. Ты еще потеряешь. Ничего. Ваше Величество. Ничего. Ну, давай, дави их. Это же так просто. Не могу я, Ген. Не могу. Трус ты, вот и все. Кто? Я? Это для Ру. Принц. Сэр, а мне это нравится. Что вам нравится, мой король? А вот как вы танцуете перед королем, нравится. Только что ж вы один-то пляшете. Вы давайте все пляшите. Музыка! А вы что не танцуете? Я ваш дядя, ваше величество. Да? А чем мой дядя хуже других? Идите, идите и танцуйте, дядя. Идите, идите. Ничего, веселые старички. Да, ты только их в пределе держи, чтобы на подлости времени не оставалось. Совершенно очаровательные бабы, ваше величество. Ваше величество. Сэр, вы, очевидно, давно не были при дворе. Да, я действительно давно там не был, но я там буду. Так вот, в присутствии короля все должны стоять! Ты что, Том? Простите, ваше величество. Ты с ума
сошел! Перестань сейчас же, Томми! Прошу вас, на него нельзя кричать. Прошу вас. Приятного аппетита, Ваше Величество. Кушайте на здоровье. А заодно подумай, мальчик мой. Ты сидишь и ешь бобы, а мы вокруг тебя стоим. А почему я, например, должен стоять? Ведь я устал не меньше тебя. Тебе это хорошо известно. Все королевские законы противоестественны. Больше того, они бесчеловечны и жестоки. Вашу шпагу! Сынок, сынок! Не беспокойтесь. Это еще зачем? Оружие не игрушка. Король просит шпагу. Простите, Ваше Величество. Томми! Успокойтесь. Досточтимый сэр, за верную службу королю вы даруетесь привилегией сидеть в присутствии короля отныне и во веки веков. Пока существует Англия, пока существует корона, эта привилегия остается за вами и вашими потомками как по мужской, так и по женской линии. Я об этом давно догадывалась. Ой, я не могу. Благодарю, Ваше Величество. Теперь вы можете сесть, сэр. Простите. Не чавкайте так, сэр. Это неприлично, независимо от королевского этикета. Простите, Ваше Величество. Сэр, если вы не будете убивать меня сегодня, я прошу уложить меня спать. Я право устал. А последнее разумно. Сон лучше отдых. Постель королю! Уже спит. Я постараюсь достать мальчику теплую одежду. Вы очень добрый человек, сэр. Сэр. Да? Я дарую вам титул графа. Отныне вы будете называться Майлз Гэндон Лондонский. Ваши милости безграничны, Ваше Величество. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вставай, король! Твоего друга поймали в переулке! Вставай! Вставай скорее! Иначе плохо будет! Граф Гэндон? Да. Что с ним? Бьют. Держитесь, граф! Ох и бьют! Томми, сынок! Не надо! Отпусти! Не надо! Отпусти! Ну и бьет. Томми! Не понимаю, что вы делаете? Ведь он же сумасшедший. Англии нужен король, даже если он сумасшедший. Не знаю, не знаю. Ваше Величество. Да, сэр. Ну да какие у нас сегодня государственные дела? Остались пустяки. Вы должны подписать указ о смертных казнях. Да? Ха. Ну, а кого должны казнить? Мелочь, Ваше Величество, я даже не хотел вас беспокоить. Три дюжины бродяг и пару колдуний. Да ну. Настоящие колдуни. Настоящие колдуни. Ха-ха. А вот я ни разу не видел настоящих колдуний. Ни разу не видели настоящих колдуний? Приведите колдуний! Что
Что они сделали? Колдовство, ваше величество. Они вызвали бурю, засуху и суховей. И оставили весь Уэльс без хлеба. Это не они! Вернее, я хотел сказать, что это не они вызвали бурю, засуху, суховей. Но существует официальный донос, ваше величество. Донос? Из ящика для доносов. А вы подумали, как эта слабая женщина может вызвать бурю? Чтобы вызвать бурю, нужно с левой ноги стащить чулок, плюнуть на него 3 раза и столько же раз повернуться вокруг своей оси. Так просто? Женщина, ты слышала? Вызови бурю. Я не могу, ваше величество, я не умею. Ну, а если бы твой сын умирал, ты бы это сделала? Конечно, ваше величество. Я прошу тебя. Хорошо, ваше величество, но как, Колдунья забыла, ваше величество. Пусть Сэм Джон напомнит ей об этом. У него это очень хорошо получается. Читайте, Сэм Джон. Чтобы вызвать бурю, нужно с левой ноги стащить чулок, плюнуть на него 3 раза и столько же раз повернуться вокруг своей оси. Как? Еще раз. Еще раз. Чтобы вызвать бурю, нужно с левой ноги стащить чулок, плюнуть на него 3 раза и столько же раз повернуться вокруг своей оси. Ну, давай. Ну вы! Где буря? Где? Где суховей? Ты свободна, женщина. Благодарю вас, ваше величество. Сумасшедшая баба! Сядь! Сумасшедшая точности! Никого не казнить! Вон отсюда! Вон! 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 Я хочу остаться один! Не забудьте, что сегодня коронация, ваше величество! Да уйдите вы все! Я так не могу. Ведь это была моя мать. И я знал, что она не виновата. А таких вот преступников каждый день 1000. И каждого нужно судить как свою мать. Я так больше не могу, Гэмфри. Я так не могу! Я не могу. Но мы вот все тебя спрашиваем. Последний раз скажи, ты с нами воровать пойдешь? Пойдешь. Оставьте мальчишку. Надоело. Жрать всем он хочет. И мне надоело. Жрать ему надо. А кто воровать будет? А если то он будет жрать, а мы все будем воровать? Развяжите меня, мне больно. Ему больно. Король вас всех прощает. Король нас всех прощает. А вот прощаем ли мы нашего короля? Вот ты вот все вбил в себе в голову эту дурацкую игру. Все, играешь в короля. Тебе надо в другие игры. А может, он не знает, что такое король? Да-да-да. Черный бес. И вот расскажи-ка ему, а? О чем мне говорить, Джонни? Видишь, она меня назвала Джонни. Джонни. А почему? Когда-то у меня был жених Джонни. А король, наш добрый король, воевал в Ирландии. Король не мог обойтись без Джонни. Да, без Джонни. Ну, и ты не могла. И я не могла.
погиб, Джон. Вот и теперь никто не видит черную Бес пьяной больше 7 раз в неделю. Выпьем за Джонни! Он был большой подлец! А теперь я буду говорить. Вернее, не я, а мои украшения. Эдолф, вот это я заработал, когда был фермером. Да. Когда добрый лорд Сент-Джонс отобрал наши земли под овечье пастбище. Да. Кто? Да, да, есть такой большой, самый главный вор в Англии. Я не советую тебе с ним встречаться. А вот еще двое. Шуты. Да. Ну-ка, расскажите, за что вам король вырвал языки? За шутки! Они теперь шутить могут только ногами. Козел похож на твоего сына. А где мальчишка? Он уже далеко. Если вам так необходимо над кем-то поиздеваться, я к вашим услугам. Но прежде я хотел бы сказать вам несколько, простите, несколько неприятных слов. Не надо. Заткните уши. Друзья мои, так жить нельзя. Человек рожден для счастья и справедливости. Заткните уши, да, не правда ли? А это очень плохой человек, друзья мои. Гвардейцы! Но куда же вы? Люди рождены для того, чтобы жить и воровать. Не надо. Пусть болтает. Все равно никто ничего не слышит. Thank you.
запрещаю возлагать корону на эту преступную голову! Я король! Я король! Остановитесь! Я король! Я король! Еще один ваш племянничек! Это еще один его племянничек! Коронация начинается! Убрать этого негодяя! Берегитесь! Граф, подтвердите, я король! Еще один ваш родственничек! Благодарю вас. Простите. Ваше Величество, этот мальчик болен. Убрать этих сумасшедших! Я запрещаю вам его трогать! Сэр, вы говорили, что любите меня и уважаете. Обещали выполнить любое мое приказание. Вот я вам приказываю. Считайте этого мальчика королем. Я говорил, что люблю вас, если вы король, а если вы не король, за что же я буду любить вас? Ну, сэр, честное слово, он король. Коронация начинается! Да погодите вы, ваше преосвященство! Честное слово, это не доказательство! Пусть он докажет сначала, что он настоящий король. Тогда мы будем любить его и уважать. Чем я докажу? Молчи, мальчик, молчи. Считаю до трех. Раз, два, три. Ваше Величество, здесь все они ищут какую-то печать, без которой даже нельзя короноваться. Молчи, лучше молчи. Не буду молчать. Леди и джентльмены, у меня нет этой печати. Я коронуюсь беззаконно. Вот вам доказательство. Нет печати. Где же печать, джентльмены? Куда смотрит архиепископ? Где печать, дядя? Когда я уходил, я положил ее в трубу камина. В трубу? Большая королевская печать в трубе! Сэр, а может это такая большая, тяжелая штука? Сейчас. Вот это? Я нашел ее в трубе камина. Я колол ею орехи. Это. Вот она. Граф. Простите. Коронация! Начинается! Ничего не понимаю. Простите. Вы что, с ума сошли? Откуда вы знаете? Сидеть в присутствии короля! А ну, встать! Оставьте его! Это привилегия графа Майлса Гендона Лондонского. За его верную службу королю. Том Кенти, я хочу, чтобы ты остался во дворце. Оставайся, Том. Ваше Величество, ордена и медали, которые мы получили вчера, действительны сегодня? Недействительны все ваши ордена и медали. Это почему? Их не дают за воровство. Ваше Величество, простите меня. А за что я должен тебя простить? Вчера у ворот я узнал вас. А я знаю. И я не заступился за вас. А почему ты должен был за меня заступиться? Я же тебя собирался выгнать из дворца. А теперь я тебя оставляю. Благодарю вас, Ваше Величество. Я сорви его. Сэр, что у вас с носом? Вырастил из уважения. Вот прошлый король, то есть, простите, вот этот джентльмен сказал, что для того, чтобы занять позу маршала, нужен вот такой нос. Остроумно. Оставайтесь с носом. Не понял? Я распускаю гвардию.
Успокойтесь, милорд. Этот король долго не протянет. Вы совершенно правы, милорд.